Насчет теста. Ну, в начале, значит, вот там был еще один вопрос от одной женщины. Сейчас вот я его не найду. Она тоже вот с Украины. Вот у нее тоже был вопрос. Она его прислала по электронной почте. Она пишет о том, что я прошу разъяснить, если бы посланник не был бы духовным лидером движения, а был бы духовным создателем, не афишированным для масс, и если бы не было открыто показана причинно-следственная связь между учением и мод, есть ли разница в задачах распространения учения и расширения мод? Вот просто я почему этот вопрос еще достала, потому что поскольку вопрос с Украины, а это тоже вопрос с Украины, то значит я попытаюсь как бы на все три вопроса отвечать, если у меня получится, конечно. Нравственное движение, оно не может не иметь под собой, ну как бы, учения какого-то. То есть само движение за нравственность, оно предполагает, что в основе него есть какая-то мировоззренческая доктрина, скажем так. Я обладаю только одной мировоззренческой доктриной. Это то учение, которое дают через меня владыки мудрости. И поэтому делать это движение, не основываясь на каком-то твердом мировоззренческом фундаменте, это совершенно бессмысленно. А как бы не показывать, кто является духовным лидером движения, то есть духовный лидер где-то там сам по себе, а движение как бы само по себе, ну вот, вот это вот как раз называется безнравственно. Вот. Поэтому, поскольку у нас нравственное движение, то мы открыто совершенно все показывали и действовали совершенно открыто. Вот. Насчет того, что не прошла очередной тест, ну, в начале, когда движение было создано, люди, у нас же аудитория какая? Та аудитория, которая читает послания вознесенных владык. Вот. Поскольку они читают послания вознесенных владык, они думали, что, наверное, их куда-то не туда втягивают. И первые там где-то полгода, наверное, ну, как-то очень-очень неохотно и вступали в движение, и что-то делали в этом движении. И, соответственно, вот эти полгода мы очень сильно упустили. То есть, когда нужно было вот это новое, использовать вот этот момент, который дается Богом для того, чтобы начать какое-то новое дело, мы упустили эту возможность. И как бы не смогли достаточно привлечь какое-то количество сторонников в это движение. Движение, оно отличается от общественной организации тем, что оно должно быть массовым. И за там, год и 4 месяца мы не могли набрать 5000 участников движения, причем не только в России, но и по всему миру. То есть 5000 человек не могли набрать по всему миру, не то что нравственных, а просто считающих, что хорошо бы быть нам нравственными. Вот. Вот. И таких людей мы набрали всего 4800 человек. Вот. Ну, соответственно, ну, как бы движение свою задачу уже изначально не выполнило тем, что мы не смогли достичь массовости. Второй момент – это конкретные дела, которые движение должно было делать. Я называла более-менее проработанные наши вопросы. Это вопрос о влиянии современной музыки на умы и сознание людей, особенно молодежи. Это использование ГМО в пище и, значит, вопрос воспитания и образования детей. Но мы и на первом съезде, и на втором съезде об этом говорили. Вот. Но никакого развития эти вопросы не получили.
И следующий момент, которым сильно движение, это поддержка этого движения авторитетными людьми. Мы пытались со многими авторитетными людьми разговаривать, с движениями, организациями, и с их стороны мы никакой поддержки не получили. Вот. И поскольку вот эти три, как бы, ступени движения не выполнило, ну, то есть можно сказать, что оно провалилось, можно сказать. Но с другой стороны, мы же изменяем себя через взаимодействие с окружающим миром. И невозможно изменить себя, сидя дома и говоря, вот я изменюсь, сейчас уже изменюсь и буду изменяться. Это есть такая притча про одного человека, который 12 лет медитировал высоко в горах, и потом он спустился в долину, попал в какую-то деревню. В этой деревне был какой-то праздник. И он, значит, попал в толпу людей, и кто-то наступил ему на ногу. И в этот момент он с удивлением услышал от себя то, что он сказал. И он понял, что все 12 лет на этой горе он провел совершенно напрасно. Поэтому человек может себя изменить, как ни странно, через взаимодействие с окружающим миром, через совершение каких-то добрых дел, бескорыстно. Ну, это то, что называется на Востоке карма-йога. И вот самым ценным в нашем движении было то, что люди научились взаимодействовать между собой. И они поняли, как делать какие-то конкретные дела на физическом плане. И когда видишь тех людей, которые активно участвовали в движении, буквально за несколько месяцев это грандиозные изменения в их сознании произошли. Просто глобальные совершенно изменения в их сознании. То есть это совершенно другие люди стали. Всего за несколько месяцев. Вот. Поэтому польза от этого движения для развития людей, их сознания, неоспорима. Неоспорима. Ну, финал у нас, конечно, не очень радостный. Вот. Теперь это уже третий вопрос, получается, с Украины. Это есть ли возможность сохранить движение, зарегистрировать его в другой стране, например, в Белоруссии, в Минске? Значит, еще вам раскрою один секрет. Это движение, значит, когда оно было создано, в создании его участвовало, ну, может, от 10 до 15 или больше человек. И все эти люди, я их очень хорошо знаю в течение не менее 5 лет. Они все читают диктовки, и они все участвовали в каких-то мероприятиях, в реализации каких-то мероприятий. Ну, или семинары, или встречи проводили, или еще что-то как-то помогали. Поэтому я была уверена вот в тех людях, которые явились ядром этого движения. Но несмотря на то, что я была уверена в этих людях, я постоянно следила за тем, чтобы это движение не зашло случайно не туда. То есть это в течение там, года и 4 месяцев это было постоянное отслеживание буквально всех шагов этого движения. Я участвовала в разработке всех документов. Я просматривала все материалы движения, рекламные материалы, фильмы. Значит, те материалы, которые были представлены на конкурс. То есть практически я постоянно следила, и если вдруг был шаг не в ту сторону, я моментально предпринимала попытки, чтобы все это вернулось в нужное русло. То есть моя основная задача была, чтобы это движение, чтобы оно осталось на позициях добра. И этому я давала значительную часть своей энергии, своих сил. И это достаточно было нелегко для меня, потому что сочетать работу по приему посланий и духовную работу, и какую-то конкретную деятельность на физическом плане, ну, это достаточно тяжело на самом деле.
Вот. Ну и с возрастом все тяжелее и тяжелее становится. Вот. Поэтому можно зарегистрировать это движение, значит, где-то, но я за это движение уже никакой ответственности нести не могу. Потому что я не буду знать тех людей, которые в этом Минске, я из Минска никого не знаю.